В последнее время вещательная политика федеральных каналов все чаще возмущает публику. Не остаются в стороне и звезды, которые также ругаются по поводу ситуации на отечественном телевидении. Сегодня к числу критиков Первого канала присоединилась певица Юлия Чичерина, известная своей патриотической позицией. Артистку возмутило, что на главной кнопке страны не показали марш русского Донбасса, премьера которого должна была состояться в конце сентября. Чичерина считает, что речь идет о диверсии со стороны садомитов, которые окопались в редакции на руководящих должностях. Премьера должна была быть в прямом эфире Первого канала 30 сентября на Красной площади, но в эфир не попала, подверглась цензуре и саботажу садомитов СОРТ, которые в течение многих лет усыпляли вашу бдительность. Поймите, никакими государственными премиями вы их не исправите, из себя ответственность за змею, пригретую на груди русского народа, не снимете, высказалась певица. Пользователи сети согласились с выводами Чичериной. Как оказалось, эфирная политика редакции возмущает очень многих. Эрнста Накл, а 3/4 работников надо разогнать с волчьим билетом, зато вчера весь вечер Басту пиарили на этом первом, и жизнь других опять на экранах рассказывает про волшебный Израиль, первый демонстративно не смотрю уже много лет, и молодежь его не смотрит. Но это ничего не меняет, рассуждают комментаторы. Ранее сообщалось, что происходящим на Первом канале возмутилась Мария Шукшина. Актриса посчитала, что речь идет о деятельности врагов России, либо же банальной диверсии.